she's healthy. Yeah. Iron J. Всем салют, друзья! Я вас всех приветствую! Это канал «Все будет Дагуда» и новое видео-рассуждение с озвучкой. Сегодня я бы хотел поговорить об одной очень интересной теме. В нынешнее время в музыкальной индустрии стало очень популярным делать ремейки или каверы на свои давние песни, которые когда-то были хитами, либо до сих пор ими являются. Можно сказать, и не только на свои. Я уверен, что вы неоднократно слышали о том, что какой-либо исполнитель выпустил песню с таким же названием, что и была. А что изменилось? В основном музыканты, делая ремейк на свой старый трек, пользуются тем, чтобы сделать его хитовее, кочевее, либо танцевальней. А возможно и такое, что и вовсе трек настолько старый, что исполнителю приходится переписывать ту же самую мелодию, но уже с нуля. Поэтому сейчас популярностью пользуются именно ремейки, когда текст зачастую остается тем же, а вот инструментал и вокал переписываются с нуля. Согласитесь, это шикарная идея. И всегда было интересно послушать, как будет звучать старый добрый трек на новый лад. Как раз именно такие примеры от Танира и Тёмчи и в целом группы Дагуда Джаз я вам сегодня подготовил. Усаживайтесь поудобнее и помчали! Итак, шестое место. Пожалуй, самый неоднозначный пример в данной подборке, который я, кстати, приметил еще в 2016 году, когда у группы вышел трек под названием «Че Гевара». И в этом треке есть строчки, которые мне напомнили еще одни строки, но уже из трека «Бункер», записанного Таниром и Гарри Топором в 2013 году. Послушайте сами. Не доверяй за стенами войной, тут двери в раи закрыты тайна. Улететь в небо дай нам, тут каждый друг как Нагайна. Ты именно та тайна, узкана война. Заход к ней счет дней до прорыва в раинам. А? Как вам отсылка? Безусловно, слова здесь отличаются, но нельзя не согласиться с тем, что схожесть в чем-то все-таки присутствует. Пятая строчка. А вот тут уже представлены сразу две отсылки в одном треке 17-го года выпуска, название которому «Я здесь». Сначала мы послушаем отсылку к первому треку. Под себя я нес то, что диктовал монстр, мой мозг, он грозный босс. Ничего не напоминает? А если я вам скажу, что это прямая отсылка к треку 2011 года «Шестиколесный велосипед» к третьему сезону «Инда Батла». К слову, лирик-видео на этот трек уже есть на YouTube-канале. Переходите по подсказке в правом верхнем углу и ностальгируйте на здоровье. Монстр мой мозг, он грозный босс. Монстр мой мозг, коварный враг. Фанатеть от меня будет без нашего думан. Ведь монстр мой мозг, он все это придумал. А теперь попробуем угадать, какому следующему треку представлена отсылка. Все, кому я посвящаю это, чей везде вы есть, вы где? Кто крестно совместно со мной до сих мест, где вы есть, где вы есть? Все, кому я посвящаю эти треки, чей я весь, где вы есть, вы где? Мы здесь! Кто крестил совместно со мной до сих мест, где вы есть, мы здесь! Где вы есть, мы здесь! Ставь лайк, если сразу узнал, что этот трек посвящаю 2014 года выпуска. А мы переходим далее. На четвертом месте расположился трек сразу в трех его вариантах. Мало кто знает, но песня «Free Love», записанная Тёмчи в 2015 году, имела сразу две вариации песни на год ранее. Это на самом деле любовь, мы сами делим ее. День недели любовь, и где мы не знает никто. Это на самом деле любовь, мы сами делим ее. А также мало кто знает, но именно первые две вариации песни вполне возможно были посвящены певице Айове. По крайней мере, так гласит название трека. Слушаем второй вариант. Это на самом деле любовь. Мы сами делим ее. Напишите в комментариях, какая из трех версий, первая, вторая или третья, вам понравилась больше, а мы переходим дальше.
Почетную бронзу получает ремейк одной из самых культовых песен группы того времени. Песня «Дурака», выпущенная 10 лет тому назад, в 2011 году, получила новую версию композиции спустя целых 8 лет. Ты у меня в голове, выбора нет. Только ты в это поверена, половина меня не намерена. Поделилась на три, ты у меня в голове, выбора нет. Только ты в это поверена, половина меня не намерена. Поделилась на три, ты у меня в голове. Запутала мысли мне, теперь не выйти из тебя. Запутала мысли мне, теперь не выйти из тебя. Безусловно, трек зазвучал в новых красках, которые состоят из нового инструментала, слегка иного исполнения и современного звучания. Никогда навечно. Никогда навечно. Хочу еще смотреть в твои глаза. Хочу еще смотреть глаза. А вот кому какая версия нравится больше, вы также напишите в комментариях. А мы поднимаемся на вторую строчку. Серебро забирает один из самых вариативных ремейков данной тройки. Трек всех выпускных «Медляк», выпущенный в мае 2019-го, получил второе, более танцевальное дыхание год спустя, но уже под студийным названием «Самое-самое». Я знаю, что ты самая-самая из всех, кто есть здесь. На месте не стой, детка, танцуй, как последний раз. Твой последний раз со мной. Я знаю, что ты самая-самая из всех, кто есть здесь. На месте не стой, да-да, танцуй, как последний раз. Твой последний раз со мной. Две абсолютно разные версии одного трека оказались на любой вкус. Люди разделились на два лагеря – грустный медляк и летние танцы. Напишите, к какому лагерю относитесь вы. Как по мне, обе песни походят под каждое настроение и имеют свою индивидуальную атмосферу. А у нас первое место. Танцуй со слезами на глазах, я буду вспоминать твой запах. Давай танцуй со слезами на глазах, без оглядки назад. Отдавай себе всю, ритму никому не видно. Золото в данной подборке забирает, пожалуй, самый нашумевший из последних ремейков. Вы наверняка уже заранее ждали это сравнение и могли вполне догадаться, что это ремейк «Тело» на трек «Тема». Как же они рифмуются? Первый же трек вышел буквально пару месяцев назад и обрел явную популярность. Второй же, в свою очередь, запомнился слушателям как часть полноценного альбома «До мурашек» 2020 года. Детка, твое тело – тема, стили, манеры, тема, не могу молчать. На-на-накипело. Детка, твое тело, тема, стили, манеры, тема, не могу молчать. Най-най-най-накипело. Ты ветер, ты лед, ты ток по телу. Ты ветер, ты лед, ты ток по телу. По моему сугубо личному мнению, эти два трека также имеют немного разный стиль и другую атмосферу. А вот за какую из двух атмосфер топите вы и какие версии треков вам понравились больше, старые или новые, напишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Не забывайте подписываться на YouTube канал, скоро здесь будет много нового интересного контента. А также не забывайте про колокольчик, лайк, Instagram и ВКонтакте, все соцсети оставлены в описании. Меня зовут Данила, все будет догуда! Спасибо.